жестокий, неумолимый, неостановимый. У тебя только одна цель – убивать! Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим игрушку по стилю прямиком из 90-х годов. Но не только по стилю, но и по уровню хардкора. То есть... Она из того разряда игр, где легкий уровень сложности уже сложный. Это во-первых. Но во-вторых, мы же сами не пальцем деланные, верно? Мы все тут любим хардкор, соответственно, мы с вами играем на самом, что ни на есть, самом лютом уровне сложности, на котором якобы отключены эти, господи, аптечки. Господи, амуниции и так далее. Это не для первого прохождения, я практически уверен. Но я уверен также и в том, что если мы немножко поднадорвем себе задницу. Куда вообще идти? Если мы немножко поднадорвем себе задницу, походу сюда, да? То... Ох, твою мать, кажется не сюда. Меня разорвало по стенкам. Ладно. А, нет, смотри, все-таки сюда. Ага, хорошо. Короче, если мы немножко поднадорвем себе задницу, я уверен, что после какой-нибудь 149-й попытки мы сможем все-таки пройти вперед. Но я смотрю, что амуницию мне все-таки дали какую-никакую. Но, возможно, это просто перед началом игры. Так, вообще как это работает? Прошу, мне дали несколько вариантов управления. Кстати говоря, игра называется Бачер, да. Я совсем забыл сказать название. Игра называется Бачер. Игра вообще, на самом деле, никакого сюжета нету. Это просто... Сплошное мясо, мясо кровища в стиле. Господи, Иисус, смотри, два выстрела, и я уже почти отъехал. Не, слушай, они амуницию дают. Я почему-то, знаешь, что хочу? Твою мать. Я почему-то хочу... Привет, Дум. Да, игра, короче говоря, вообще без сюжета, без ничего. Она это просто мясо кровища для любителей... чертям собачьим разорвать все в клочья. Это, короче говоря, вот как раз для меня то, что нужно. При этом хардкора тут до усрачки много. Я боссы есть, короче, все как положено, но тихо, все как положено. И мы с вами играем, знаете, кем мы с вами играем? Киборгом. Я даже слышал. Смотри, получи, тварь. Вот там. Я его, кажется, полностью намотал на этот крюк. Охренеть, мне уже нравится. Это то, что мне сейчас нужно. Честное слово, это что такое? Ничего. Это то, что мне нужно. Тут будет какая-то ссылка, если я в лаву упаду, мне интересно. Ну да, пробуем. Нет. Ну а вдруг? Короче, мы с вами играем киборгом. Киборгом, который должен уничтожить все живое. Ну, это мы можем, это я с удовольствием. Тихо. О, неплохо, смотри. А ну, хватит там орать. Будь мужиком. Прими смерть достойно. Тихо, тихо, тихо. На Q надо менять оружие. Надо к этому привыкать. Тихо, тихо. Так, этот дробовик у нас на самом деле довольно неплохо шмаляет, я смотрю. Надо... Да, твою мать. Надо найти что-нибудь еще. Так, я хочу вот этого товарища снова пробовать загнать на крюк. А ну давай. Твою мать. Ты тебя разлетался, просил. Ты только посмотри на это мясо кровищу. Нравится. О, череп. Там вроде бы писали... Это никак нет. Там вроде бы мне вначале писали, что нужно собрать 35 черепов. Это, скорее всего, какой-то обычный коллектабл. Я не буду в нем заморачиваться. Просто будем идти вперед. Перезаряжаться мне не надо, да? А какие еще у нас есть оружие? У нас пока что только два, я смотрю, да? Ага. Либо на Q меня, либо на 1-2. Я тебя понял. Хорошо. А ну, как мне это забрать? Просто забирать. Ага. И здесь тоже секрет, да? Ну-ка. На F он, получается, использует. Но пока что ничего не использует. Какого черта? Куда идти? А это что такое? Ага. Понятно. Тут, кстати говоря, есть такая интересная опция. Она включает, сейчас вам покажу. Она включает полосы. Мне она довольно сильно понравилась. То есть вот так, да, она выглядит. Как-то, ну, не так, как оно было раньше, по-моему. Поэтому я решил эту опцию включить. Она мне понравилась, на самом деле. Как-то она добавляет немножко атмосферы. Так, я не понял, какого черта, куда мне надо идти? А, я вижу, все. Тут немного непонятно, конечно, к этому надо привыкать. Здесь, видите, такой интерактивчик. Тихо, 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 тихо.
Умрите! Да, черт, это, короче говоря, своеобразный Doom в 2D. Мне нравится. Молчать, тварь! Кто там еще орет? Получи! Вот так. Так, наверх определенно можно как-то залить. Угу. Кстати говоря, пока не... Оп! Отлично. Ну, как бы лечиться нечем. Тут надо сразу... Вот я сейчас немножко прошел, понял, где могут быть враги, и просто-просто иду и все убиваю. Ага. Где? Вот. Ладно. Один урон можно было получить. Не страшно. Главное, чтобы... Короче говоря, своего рода... Ох, батюшки. Своего рода такой режим... Как был в Вольгере, то есть мы проходим, понимаем, что здесь к чему, и проходим дальше уже лучше и так далее и тому подобное. Ну да, нравится. Ну, более легкий режим сложности, он просто добавляет возможность находить больше муниции, я так понимаю, и получи. А давай пробуем вживую их перепилить. Вот так. Его просто размотал, ты посмотри на это. И при этом он еще что-то там в конвульсиях бьется и орет. Нет, по-моему, в этой игрушке жестокости побольше, чем в Думе. Есть еще один уровень сложности, но он, к сожалению, закрыт. Там, наверное, вообще одна жизнь у меня на все про все будет. Что-то мне подсказывает. Мне надо, знаете что, мне нужно что-то... Тихо, тихо, сейчас ты меня так убьешь. Мне нужно... Офигеть. Жестокости, конечно, в этой игре... Ты еще кто такой? Жестокость этой игре, конечно, не занимать. Да твою мать! Короче, на самом деле я на этот случай приготовил себе чайчего и вам света. На случай, если у меня вдруг начнет сильно греть, я уже на опыте с чаем. Поэтому я и вам советую. Так, погнали. Получи! Следующий! Да, черт подери, я хочу босса! Я покажу ему, кто тут главный сразу. Получи, тварь! Я Doom прошел и тебя пройду. Вот так. Ты смотри, там на время, получается, надо было. То есть мне надо было добежать до этого момента на за какое-то определенное время, я бы тогда забрал бы этот черепочек. Хорошо, а если бы я попал туда, мне потом пришлось возвращаться за вот этим черепком, да? Давай. А, ты смотри, у них прямо своего рода рандомное появление, да? То есть это круто на самом деле, то есть... Это даже неожиданно. То есть получается, что подстроиться под определенные моменты практически будет невозможно, да? Угу. Можно поменять управление на, возможно, более удобное. То есть нажимать вверх для прыжка, а вниз для прыжка вниз. Потому что я поставил пробел прыжок, но F. Он тогда в первом варианте управления, он тогда на F не использует, а использует на пробел. Да что вот это такое? Ты вообще человек, нет? Орет как человек. Зато мой персонаж не орет. Естественно. Так, короче говоря, сюда не слезу. Да хватит орать здесь. Я всего-навсего размотал тебя на крюк. Твои кишки на крюке повисли и все. Что-то как маленький. Так, подожди. Это получается мне лип надо вызвать, да? А, ну. Кстати, сразу скажу, пока не забыл. Класс, нравится. Сразу скажу, пока не забыл. О, прекрасно. И даже без урона. Так, ну второй секрет мы знаем, где находится, поэтому если вдруг что, можно всегда за ним вернуться будет. Я хочу посмотреть на второй уровень. Короче, если вдруг что, имеется в виду... Я думаю, вы заметили, что у меня как-то достаточно хреново сейчас выходит видео на канале. Это все потому, что у меня как-то, я не знаю, меня мои проблемы в жизни на работе как-то меня выбили из колеи немножко. Я сейчас всеми силами пытаюсь вбиться назад в наш с вами якобы график. Ну, в общем, бывает. Так, короче говоря, у нас есть автомат. Это просто прекрасно, потому что шотган, он, в принципе, неплохо будет, что это... О, слушай, это что? Нет, показалось, что это заложник. Ну а ну лежать, вон! Лицом в пол, как там было в Думе. Хватит тут жить. Да твою мать! Тварюка. Я пока что смотрю, что бензопила, она хороша только... Слушай, мне нравится этот бэкграунд. Бензопила хороша для того, чтобы...
Зараза. Тихо. На понт не возьмете. Бензопила хороша для того, чтобы их уже практически бездыханные тела на куски резать. Мне тебя убить надо? Нет? Нет. Ты хороший. Поэтому я тебя убью все равно. Я-то киборг. Моя задача убить все живое. Подожди. Может быть, мне нужны твои руки, чтобы нажать на две кнопки? Нет. Я могу и своими руками это сделать. Охренеть, что это было? Твою мать! Ладно. Я считаю, что дошли с первого раза уже неплохо. Так, у меня полностью, да? Полная амуниция, хорошо. Твою мать! Ну ничего страшного. Самое главное, что мне эта амуниция падает. А, смотри, что эта тварь делает. Он меня, получается, пытается заманить, наверное, а потом... Да, и слушай, мне пока что шотган больше нравился. По-моему, он кликает... Да, он кликает поочередно на кнопочки. А если я вот так вот оставлю его, а потом отойду, он, наверное, очень предательски сейчас откроет мне дверку, а потом я в нее зайду, и он эту дверку захлопнет мне на голову, да? Поэтому я лишу тебя головы, и в которой хотят родиться эти идиотские идеи. Так, погнали с шотганом. О-хо-хо-хо, кишки мне в лицо полетели. Погнали вперед с шотганом, он, по-моему, как-то получше, чем этот автомат оказался. Тихо, я вижу секрет, как мне попасть в секрет? Ага, не уйдешь. Стоп, а как мне узнать направление? Может, с помощью патрон? С помощью бензопилы? Вот как я сейчас туда провалился, с учетом того, что я вроде во все стороны стрелял? Все, я понял. Мне нужно было вниз нажать просто, ну да. Все понятно. Уйди, зараза. На самом деле... Заложник? Никто не уйдет отсюда живой, тварь. Вы все люди, которые должны быть умерщвлены. Хочу дойти до босса. Пока что здесь довольно все легко, на самом деле, хотя... Вроде как играем даже без лечения. Но это пока, я надеюсь. Если я хорошо замечаю врага, слушай, у меня, по-моему, полная обойма, да? Ой, тварь! Зарозу! Чай. Если я вовремя замечаю врага, то, в принципе, да твою мать, я могу от него избавиться раньше, чем он от меня. Так, я сразу открываю эту дверь, уничтожаю этого засранца. Может быть, робот тогда не появится за мной? Нет, все равно появляется. Тихо! Слушай, вот если я буду стрейфить туда-сюда, то, в принципе, тоже работает. Вроде как по мне не попадает в этом случае. Потому что я думал, что они, может быть, будут стрелять как-то на опережение, но, походу, нет. Лежать! Всех убить! Я практически уверен, знаете, как было? Я не помню, что... Твою мать, накормил меня дробью. Не помню, как та игра называлась, но я помню, что... Я играл в какой-то такой интересный шутер. По-моему, это были Чужие, если не ошибаюсь. То я, когда играл за Чужого, я, получается, помиловал людей. Они потом... гнусные предательские брали автомат и пытались меня убить. Это было крайне нечестно с их стороны. Но я помню, что я больше их не спасал. Ага. Твою, я вот говорю про вот этих вот товарищей, которые здесь. О да, вы только послушайте на эти крики, крики страдания. Нравится. Смотри. Фу. Так, что здесь меня убило? Я не помню. Вот это. Ты. Горите в аду. Эта планета будет моей. Дивизию. Я думаю, что я один из вот этих вот самых терминаторов. Тихо. Сразу уничтожаем все, что появляется. Угу. Ты посмотри, они что здесь с бесконечно собираются лезть? Или я должен все зачистить? Нет, сволочь!
Ну, короче говоря, да. Скорее всего, на более сложном уровне сложности, там, наверное... Так, ёлки-палки, ну же взял шотган в руки. Так, все, убей меня. Нет, я сам убьюсь, я не дам тебе этого удовольствия надрать мне задницу. Все, вот сейчас беру шотган. Дальше идем с ним. Да твою мать! Зорозо, гори в аду! И ты тоже. Тихо. Вот этот вот мне вообще непонятен. Да что ж такое-то, я постоянно на него подопадаю. Так, мне не нравится, убивай меня. Угу. Сейчас нужно пройти так, чтобы было хорошо. Угу. Так, делаем теперь грамотно. Сначала... Угу. Откуда ты взялась? Ну охренеть, короче говоря, оно совсем как-то рандомно иногда получается. В итоге теперь пошло здесь еще хуже, чем в прошлый раз. Ладно. Чисто теоретически, вот в этом месте можно пройти хорошо. А ну, давай пробуем с вот этим. Я просто думал, что этот автомат от них вообще не оставит ни следа. Он как-то... Слишком много раз мне нужно в них выстрелить, чтобы убить. Тихо. Мне знаете, что нужно? Мне нужно что-то более тучное. Например, какая-нибудь снайперская винтовка. Угу. Я бы с ней точно смог бы раздавать очень неплохо. Так, вы там страдаете, а я, пожалуй, пойду дальше. Так, а ну-ка. Вот так. Возможно, если я буду более точно стрелять, то... Да, черт возьми! Тихо, один не умер. Угу. Если я буду более точно с этой штуки стрелять, я думаю, что, может быть... Тогда я смогу с ней лучше справляться. Вот здесь, наверное, лучше шотган взять. Лежать, тварь! Вот так, отлично. Я знаете, что пытаюсь сделать? Я пытаюсь постоянно сделать двойной прыжок. Нет, тварь! Ну, блин! Пошли же! Ладно, еще раз. Так на этот раз делаем по-другому. Вот так, отлично, хорошо. Сразу от них там избавляемся, чтобы тут не появлялись. Да твою мать! Они с бензопилой оказываются! Понятно, хорошо. Может быть, я прямо отсюда смогу кого-то вынести? А, слушай, я знаю, можно пробовать им прямо на голову падать. Падать прямо на голову и с бензопилой, соответственно. Я думаю, что это будет довольно неплохо. Так, сидите в баню, я не буду на них отвлекаться! Так, я слышу там крики мучения сзади, но я не уверен, что к ним я был причастен. Мне кажется, что они друг друга могут резать. Получи, я даже не хочу, честно говоря, уже спускаться за этим черепом. Мне уже надоело за ним лазить. Но, блин, я не могу, я должен. Иначе я потом спать не смогу, если я его не заберу. Угу. Вот так, отлично. На самом деле, я эту игру уже довольно давно приметил. Но, как обычно, у меня только сейчас дошли руки посмотреть на нее. Вот судя по тому, что я видел, что должно быть дальше, вот и, исходя из того, что я видел, что должно быть дальше, то должно быть все куда сложнее и интереснее. Да твою мать, зараза. Все должно быть гораздо интереснее, когда плюс появится. Так, давай, быстро кнопку жми. Ха-ха-ха-ха. Не надоест никогда. Да ну твою, снайпер ты сраный. Горите все в аду. А интересно, где мы находимся? Здесь ничего такого, никаких ни предыстории, ничего нету. Здесь сразу из... Иди убивай. Что тебе еще надо? Какая нахрен история? Может быть, попробовать здесь как-то... Вперед идти, нет? Мне кажется, что нажав на эту кнопку, я просто чего-то должен дождаться. О, спасибо. Нет, сволочь. Короче, напряжение не стрелять. Если я буду туда-сюда скакать, то я могу преуспеть в этом деле. Нет, сволочи. Ну давайте. Сразу всех на меня. Только так вы сможете, может быть, преуспеть в убийстве меня. А-а-а. Не иначе, вот так. Твой. Больше человеков. Больше. Так, тихо. Слишком много человеков. А! Раз, два.
3. Чего? Понятно, почему я так быстро отъезжал. Они стреляют из чего-то пуля клевого. Поцелуйте мой блестящий зад, человеки. Так, ну хорошо, это был второй уровень, и мне понравилось на самом деле. Угу. Вполне себе реально проходить даже на таком уровне сложности, без аптечек и без ничего такого. Так, подожди, а там есть еще уровень 3 и 4. Мне интересно, что на четвертом уровне, возможно, там будет какой-то мега-босс. Или, может быть, он будет даже здесь, нет? Нет? Так, вижу выход. Видимо, надо нажать на какую-то кнопочку, начнется адский замес. О, да! Начинается адский замес, после чего... Тихо-тихо-тихо. Мне откроют путь вперед. Да... Дайте мне тоже огнемет, я тоже хочу. Во, вот оно, да, вот так. Вот только так вы сможете меня победить. Не иначе и то. Я адаптируюсь, черт вас подери. Да ну давай еще раз. Короче говоря, здесь в меня летит просто с четырех сторон получается. А люди, короче, я не знаю, они как вроде вот прямо тут рождаются и такие не понимают, что вообще происходит. Пытаются меня найти. Как колонны себя ведут. Хотя, возможно, так, но... так оно и есть. Так, подожди, патроны. Патроны мне нужны. Я так понимаю, что если бы у нас был более легкий уровень. Более легкий уровень сложности, мне, наверное, из них бы выпадали бы из людей аптечки еще ко всему прочему, да? Блин, мне так доставляет вот эти вот кишки на стенах висящие. Слушай, ну как-то. Кто в меня так засадил сильно? Снизу? Ау! По-моему, из него только что зеленая кровь вылетела, если мне не показалось. Хорошо, давай еще раз. Экстерминейшн. Лежать. Нет, дробовик классный, просто потому что вся дробь, она по какой-то причине летит крайне неплохо. Имеется в виду просто вот в одну точку практически. Удобно. Что я могу сказать? Вот твою мать, тихо. Единственное, что на всем этом замесе плохо виден прицел. Квадрат, мне бы точечку, или типа того. А, вот, вот, кто меня мог убить еще. Ага. Да зараза. Нет, 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 нет. Ладно, еще попытка. Скорее всего, на четвертом уровне будет сразу босс, мне так кажется. Я хочу этого засранца увидеть. Человеческий босс. Я должен ему... что-нибудь оторвать. Ага. Это, короче говоря, правдивая история робота из Enter the Gungeon. Ага. Типа. Не, иногда дробь, конечно, не очень вруливает. О, отлично. По-моему, до сюда не заходили. Или заходили. Вот так. Прекрасно. Жалко, крюков здесь нет. Да твою мать, меня жжет вот этот их остал. А, смотри, там получается дверь, она открывается по чуть-чуть. Я тебя понял. То есть я просто должен дождаться, когда она полностью откроется. И в это время уничтожать все волны врагов. Хорошо. А, смотри, получается прицел меняется, когда у меня меняется оружие. У разного оружия разный прицел. А, слушай, а у меня есть что еще? Или нет? Нет? По-моему, у меня был дробовик, этот, гранатомет. Или мне показалось? Видимо, показалось. Ладно. А жаль. Гранатомет здесь именно то, что мне бы очень не помешало бы, чтобы я видел, как части людей разлетаются по всем стенам. Вот так. Отлично. Да что ж такое-то? Сложно видеть, на самом деле, в вот в таком пиксель-арте очень сложно увидеть их. Очень фаном. Да твою мать! Очень фаново, но очень сложно что-то разглядеть в таком замесе. Угу. Не, ну сложно, ничего не скажешь. Драться сложно, да. Так, снизу. Вот эта зараза снизу, она меня вечно убивает, походу. Потому что я забываю его убить первым. Да твою мать! Две патроны, и я уже все. Что я за робот-то такой? Дрыщинский какой-то. Тихо, тихо, тихо. Он с кем-то то ли мачете, то ли что-то в этом роде на меня летит. Не, все-таки от аптечки я бы, конечно, бы не отказался бы так или иначе.
Слушай, а может от него уже стоило бы в дверь бежать? Нет? Тихо. Так далеко мы еще не заходили. А дверь открыта только полностью. Шикарно. Во! Ха-ха! И снова! Блестящий зад. Прямо сзади. Целуйте. Отлично. Так, а вот теперь, пожалуйста, босса мне. Я рассчитываю на босса. 4-й уровень. Смотри, тут получается из всех этих уровней, по идее, 35 черепов должно было быть. Слушай, здесь, походу, реально босс, судя по тому, как меня сейчас вот к нему готовят, нет? Сейчас будет как обычно, перед боссом я должен буду надрать задницу 50 тысячам врагом. Задницу, чтобы они меня как можно сильнее ослабили, только потом будет босс, да, нет? Да, в принципе, я не против. Пускай пытаются. Может быть, у них что-то получится, да, зараза? В этом ваш план. Сволота. А, смотри, я, получается, мог, похоже, и не... Нет, все равно надо заморачиваться с их убийством. Потому что здесь нужно нажать на кнопочку. Здесь как-то можно, видимо, проникать, я не знаю. Вот, допустим, как я забрать этот череп? Ага, понятно, ладно. Вопросов больше нет. Тихо-тихо. Отлично. Мне на голову лифт в случае там не собирается упасть. Да, твою дивизию, но не хотел я менять на другое оружие. Тихо-тихо-тихо. Лифт мог бы сейчас прямо вот в ад поехать. На самом деле, спокойно. У меня, похоже, да, у меня тупо патроны кончились, я тебя понял. Лифт мог тупо прямо в ад поехать и все. Нет! Сволочь, видели, как резко он полетел мне зад драть? Там, блин, сантиметр не хватило от моей бензопилы до его сраной головы. Обидно. Да твою мать. Мне не нравится, что не стреляет дроби, потому что в любом случае, в этом случае они попадают. О, смотрите, какой шикарный мостик он мне построил. Отлично. Благодарочка, так. Может быть, тихо-тихо-тихо, аккуратно. Вот эти вот самые легкие, потому что не стреляют просто с автомата по одной пуле. Очень просто от них в этом случае избавляться. Ага. Хорошо, как мне попасть сюда? Наверное, где-то вот здесь вот проход будет, или, может быть, выше можно было. Скорее всего, выше. Там, наверное, где-то была вентиляция. Если меня сейчас убьют, а меня убьют, надо будет попробовать. Да заткнись ты! Надо будет попробовать там найти. Кстати говоря, с помощью этого оружия можно себе немножко путь просвечивать. Самую малость. Да зараза, зачем я стал у него прямо на прямом пути? Это было глупо! Ладно, ладно. Можно считать, что это был план, потому что я хотел попробовать здесь где-то найти секрет. Здесь, либо вот здесь, вот, скорее всего, даже. А ну. Да господи, вы заставили меня выпустить вас столько побоймы, и вы при этом еще живете. Все, достал. Агония! Музыка! Для ушей моих андроидских. Хорошо, где здесь проход мог бы быть? Тихо. Чисто теоретически, наверное, где-то здесь, нет? Может быть, я могу с помощью бензопилы как-то найти его? Мне нравится, что здесь есть какая-никакая физика. Ну, короче говоря, я не знаю. На самом деле, может быть... Аккуратно. Я их немножко конфьюзю, кстати говоря, когда у них патроны пролетают прямо возле их ушей, их это немножко в ступор вводит. Это хорошо. Так, это все, конечно, очень хорошо, но дробовики тратить не хочу. Что-то на него здесь патронов очень мало, но он, с ним у меня получается крайне эффективно, конечно. Тихо. На прямой дороге я у них стоять не буду. Вот так. Вот такой прицел мне нужен... А может быть здесь? Вот точно такой же прицел мне нужен и для этого. Мне вот туда, наверное, надо было запрыгнуть. Вот, едя по этой лестнице, по этому лифту, надо было запрыгнуть сюда и как-то, может быть, туда выше пробраться, наверное. Хрен его знает. Тихо.
Говорю, что хочу вот такой же прицел для вот этого, для шотгана. Или вообще лучше тучечку. Мне больше всего нравится тучечка. Тихо. Знаю, что прямо в ад она не едет. Нормально. Отправляйтесь прямо в ад вы, людишки. Вот так. Где-то там я видел еще один, третий. Или он уже все. Так, потрясающе на самом деле. Мы до сюда еще не доходили. А, не доходили, меня здесь. Тихо. Сразу, да что ты сыром срала? Получи. Следующие. Опять низ мне их скидывает, да? Или сейчас вот... Ага. Банан вам. Смотри, они пытаются меня просто аннигилировать. Что такое, блин? Вот если бы... На самом деле, до этого момента я прошел просто с крайне сильной жестокостью. У меня люди даже с потолка свисали. Так, это все, конечно, очень хорошо, но... А будет ли пятый уровень, или, может быть, босс, в конце концов? Или это последний уровень? Я надеюсь, что нет. На самом деле, игра небольшая, может быть, реально последний. Я буду разочарован, если так. Никакой пощады. Умрут все. Знаете, чего мне не хватает? Мне не хватает какой-нибудь гранатки. Да где это там, господи? Бегать я сейчас за вами кто-то должен. Мне не хватает какой-нибудь гранатки, чтобы вот как раз кидать во всякие такие замесы. Мне кажется, что оно еще должно быть на самом деле, потому что здесь еще как минимум 3-4 слота. 3-4 слота для оружия. А, все, да? И все, что стояло на моем пути, просто сгорело. Отлично. Будет босс. Так, и что нужно делать дальше? Это, получается, наша основная станция, с которой мы начинаем, да? Вот отсюда вот я начинал. Сверху. И это, получается, Ага, вот оно как. Тут открыто. Вот оно как работает. Все понятно. Военная база. Я тебя понял. Хорошо. Ладно. Я думаю, что на этом мы закончим с этой игрушкой. На самом деле, я думал, что она будет посложнее, но я практически уверен, что дальше будет прям совсем адово, потому что вот то, что я видел, там помимо того, что мы видели, будет еще целая куча, как в мидбое, по-моему, эти ловушки и тому подобное. Но на самом деле, я думал, что здесь на каждом этапе будет босс. И я немножко разочарован, что босса здесь не было. Тихо. Вот эти товарищи, такое впечатление, словно они на меня бросаются, начинают меня когтями царапать, честное слово. Потому что не просто, не знаю, просто коцают меня касанием, все. Слушай, а вот эта касса мне нравится больше, она прям булеза-булестая, посмотри. Да. Так, тихо, у меня кончаются боеприпасы. Я на самом деле немножко... А вот и пилы, все, вот оно, начинается. Твою мать, тихо. О, прекрасно. Один из одного. Угу. С учетом того, что здесь секретов не очень много на локацию, можно представить, сколько всего будет локаций, исходя из того, что всего 35 черепов нужно найти. Тихо. Здесь босс, я не знаю, если он и будет, он должен быть просто какой-то невероятный, я не знаю. Такой, чтобы разорваться и все запачкать в кровь и кишки. Все? Тихо. Я так предполагаю, что вот возле той пилы нам предстоит еще побывать. Короче, я понял, ладно. Чем дальше, тем жестче и интересней. Хорошо, ладно. Я думаю, что на этом мы закончим. И увидимся с вами в других двойгляшках. Все. Всем пока! Удачи!